Сочинская выставка «Продукты питания», которую вот уже 18-й раз проводит компания «Солт», никогда не спорила по масштабу со столичными мероприятиями. Но именно здесь традиционно собираются поставщики, демонстрирующие максимально полный и разнообразный ассортимент продовольственной продукции. Выставка действительно в этом году гораздо больше, чем в прошлом году. О чем это говорит? О том, что сегодня многие наши производители расширяют рынок своего сбыта. Эта площадка как раз взаимодействия между покупателем и продавцом. Мы привезли сегодня тех, кто нужен в городе, в регионе, в крае. Мясо, колбасы, грибы, рыба, соленья, овощи и фрукты, мед, прохладительные напитки, хлеб, кондитерская и молочная продукция. Все эти товары можно попробовать и приобрести, либо заключить контракты на их поставку. Все ароматное, аппетитное, свежее и вкусное. А качество самое высокое. Ведь свою продукцию представили только ведущие производители, поставщики продуктов питания со всей России, а также соседних республик Армения, Абхазия и Беларусь. Более 20 предприятий выставили свои товары на суд дегустационной комиссии для участия в конкурсе на лучший товар. Гостями нашего города-курорта являются не только люди из России, но и из ближнего зарубежья и иностранные гости. Поэтому как никогда город-курорт должен снабжаться экологически чистыми, безопасными и качественными продуктами питания. Поскольку в продовольственной отрасли постоянно происходят изменения, обширна и деловая программа выставки. Встречи регулирующих органов и бизнеса, совместное обсуждение насущных проблем в таком формате крайне необходимы и дают ощутимый результат, уверены организаторы. Выставка продуктов питания в гранд-отеле «Жемчужина» будет работать по 26 марта с 10 до 18 часов. Вход свободный. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ВКТ.